В ряду многочисленных наград Центральной библиотеки появилась еще одна и довольно необычная – приз в номинации «Лучший сценарий телеочерка» 5-го ежегодного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце». Режиссер и оператор признаются, для них эта высокая оценка стала абсолютно неожиданной. Когда ты снимаешь какой-то очерк, можно сказать, для себя, для своих читателей, да, для своих зрителей, для своей привычной аудитории. И когда сказали, что мы будем участвовать там в каком-то конкурсе такого уровня и наравне с профессионалами конкурировать, и еще в итоге и заняли такие места, то, конечно, это было неожиданно, приятно, и это прям был фейерверк эмоций. Награду сотрудники Центральной библиотеки получили за цикл очерков, в которых рассказывается об истории усадеб Суханова и Горки. Два телеочерка мы сняли пока. Это усадьба Горки и усадьба Суханова. И мы назвали именно цикл очерков вот так. «Билет в историю», «Станция», а потом идет название той усадьбы, которую мы представляем. Изначально планировалось, что очерки будут размещены на сайте библиотеки. Стоит отметить, что в период пандемии сотрудники учреждения провели более 300 онлайн-мероприятий, но к этой истории решили подойти более ответственно. Когда снимаешь просто для своей странички в Инстаграм, даже если это рабочая страничка, это немножечко другие задачи. А тут надо было и ракурс искать там нужный, и смотреть, чтобы в кадре картинка и задний план смотрелись. Специального съемочного оборудования не было, зато желания и любви к родному краю хоть отбавляй. Все снималось на обычный телефон. И, ну, в общем, мы не профессионалы в этом деле. Но мне так хотелось рассказать о наших усадьбах, рассказать о тех исторических местах, которые находятся в нашем городском округе. В библиотеке режиссер Марина Андрианова заведует отделом обслуживания. Оператор Ольга Лукина – библиограф. В работе над очерками пригодился опыт съемок местных мероприятий. Мы снимаем все мероприятия, которые проходят у нас в библиотеке. Мы фото и видео, репортеры, скажем так. Мы же их и описываем. Так что какой-то минимальный опыт у нас все-таки был. На подготовку каждого сценария у Марины Андриановой ушло около 2 недель. Каждая съемка – более 5 часов и порядка 10 дней монтаж. Мастера отмечают, что с главными сложностями столкнулись именно во время съемочного процесса. Это было снято зимой, нос красный, мороз. Очень было тяжело, честно скажу. Вот. И оператор у нас замерз, и я замерзла. И техника иногда подводила. Нам пришлось даже камеру подзаряжать, потому что из-за мороза быстро аккумулятор садится. Искать лучший кадр, лучший план, и с какой стороны ее интереснее заснять, потому что все время с одного плана снимать неинтересно, поэтому ты то там лег, то присел, то подпрыгнул, да, там вместе с камерой, и ты как-то там снимаешь. Трудности не разочаровали, а закалили участников процесса, и впереди у них новые творческие поиски и съемки очередных исторических очерков. И можно быть уверенным, другие награды у них тоже будут. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.